одне тренування. Якщо я збрасував 300 грам і був королем собраний після цього. Пример ставилось. Ой, какой пас на Бесенина! 2-0. Рахунок 2-0 робить Бесенин. Проблемы в середине, в центральной зоне. Пас штрафной за спину. Выверенный до миллиметра. Ярмоленко отдал. По-моему, даже правой ногой. Дуже классно. Классно разыграл. Бесенин, как он принял, как он просто расстрелял. Это говорит вот уверенность от футболиста. Вот мы видим, середина. Все быстро. Все без передержек. Кравченко. Классно передача. Да, правой ногой Ярмоленко отдал. И Аблетаров, да, которого мы хвалили, потерял позицию. А вот где мяч? А мяч уже в сетке ворот. А вот эта передача Кравченко зараховывается? Кравченко? Ну, как плюс, как плюс. Давай, по желаниям трудящихся, зарахуем ему эту голевую. Но надо сказать, что в этой ситуации. Опять мы видим Сильвио. Ярмоленко его, полупозиция дает возможность Андрею дать передачу, ну и в девятку просто ложит Беседин. Вот когда человек так забивает, не на исполнение.